tomorrow. Привет! Может быть, сегодня встретимся? Я занята сегодня. Day two. Может быть, в кафешечку сходим или в бар? Слушай, да не, я не могу. Я спать ложусь. Ведь всю неделю работала. Мне нужно когда-то высыпаться. Давай. Day three. Алло, привет, ну что насчет сегодня? Не-не, слушай, встретиться не получится, у меня родители приехали, надо с ними побыть. A few moments later. Алло, привет. Слушай, может встретимся сегодня, я свободна. Знаешь, да как-то похуй уже. Пока. Зачем его я упустила? Вот мудак.